Народной Республики Донбасс обратились к России с просьбой о помощи. Ассаламу алейкум, уважаемые братья-мусульманины и братья-христиане. В дальнейшее время мы смотрим, Россия хочет воевать с Украиной. Хочу обратиться к нашим молодым. Уважаемые братья, молодые, именно война нужна тебе или мне? Скажи, именно вот, которую люди распространяют различные видео, которые в Ютубе и в ТикТоке, видео, которые именно где-то война была. И их заливает, типа война идет в Украине. По факту сейчас именно реально идет война там. Сколько людей уже погибли? Вы думаете, война пользу приносит? Я вообще хочу знать, именно из чего вообще конфликт вышел между Россией и Украиной. Вы сами посмотрите теперь, может превратиться на общую войну. Лучше прекратите, уважаемые братья, давайте, держите вместе. Вы, если ты молодой, лучше успокойся, не надо поддерживать. Кто-то выкладывает видео, и вы там заходите, а давай получи Украину, получи Украину. Просто поймите, сколько людей там уже погибли, очень много людей погибает, вы сами прекрасно знаете. Не шарите ничего, не надо выкладывать, за него тоже придется отвечать. Вас по-любому задерживать будет, где-нибудь вас поймают, потом будет очень плохо. Дайте-ка я вам расскажу, именно который маленький фрагмент. Вы посмотрите, типа идет там война сейчас в Украине, да? И там идет война. Вы снимаете и показываете. Этот видео, короче, смотрит весь мир. Весь мир. Потому что BBS уже вот с переводом идет сразу в Америку идет уже. Распространяется на разных сторонах. Люди, поймите. Вы даете координату именно, что именно там происходит. Вы даете координату, потом они уже смотрят, что именно происходит, потом они начинают там уже атаковать. Вы поймите, так дело не катится никогда. Лучше не давайте никакой координаты, вот именно. Оставайтесь, просто молчите, заткнитесь, который вот пальцы уберите вообще от экрана, не надо вот там выкладывать никакого видео. Я хотел именно с этим словами обратиться. Кто как что хочет сказать, именно напишите в комментарии. Не хочу разделять именно нациям, просто хочу обратиться. Успокойтесь, не надо делать ничего. Лучше заткнитесь палец. Все. Ассаламу алейкум. Если вы посмотрели, обязательно ставьте лайки, поделитесь, оставьте свое мнение. Я буду любому человеку отвечать в комментариях. Ассаламу алейкум.